атомная бомба не страшна, если не на нас летит она, если далеко от нас цунами и тайфун. Мы смеемся, пляшем и поем, ничего фатального не ждем, знаем, впереди счастливых много-много лун. Это не беда, что где-то там в бомбалике плещется на пол, где-то далеко летят вагоны под откос. От того, что крутит BBC, нас хороших, Боже, упаси, только чем мы лучше, чем другие, вот вопрос. Мы желаем счастья вам, всем, кому не так повезло. Добро воздвигнет храм, там, где побывало зло. Мы хотим для вас тепла, радости для ваших детей, чтобы боль прошла и чтобы не встречаться с ней. Застрахован от обид, только каждый для себя решит, кто ему по жизни, это и брат, а кто не брат. И все-таки задумайся хоть раз, то, что происходит с ним сейчас, если вдруг с тобой случится, будешь ли ты рад. Пусть несет великий интернет всем народам мира наш привет, пусть любого сушит вдалеке потоки слез. Свечи поминальные зажжем, добрым словом павших поминем, чтобы чашу скорби мимо нас Творец пронес. Мы желаем счастья вам, всем, кому не так повезло. Добро возникнет храм, там, где побывало зло. Мы хотим для вас тепла, радости для ваших детей, чтобы боль прошла, чтобы встречаться с ней. Мы желаем счастья вам, всем, кому не так повезло. Добро воздвигнет храм, там, где побывало зло. Мы хотим для вас тепла, радости для ваших детей, чтобы боль прошла и чтобы встречаться с ней. Ла, ла. Ну, за наши песни, за ваши, пардон. Ага. За наши, Саня. Потому что песня без слушателя — это нонсенс.